Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music. Сегодня мы с вами послушаем Merlin White «Тени моих сомнений». Merlin White очень знакомый ник, мы слушали у него трек с Voya 33, помню, на анрелизах, который, если что, как бы платно заказан, но, братишка, если ты заказывал трек «Иллюзия», Voya 33, Fate 031, Merlin White, напиши мне, блять, в Telegram, потому что я это слушал и не могу добиться того, чтобы ты свой заказ переделал. Потому что мы это слушали. Соответственно, сегодня нам заказали уже альбомчик от Merlin White. Спасибо, бро, большое за поддержку. Очень интересно. Сейчас более лучше познакомимся с этим артистом, потому что толком ничего у него никогда и не слушали. Поэтому действительно интересно, что же это в итоге такое. Да. Обложка интересная. Действительно интересная. Это тоже охуенный чел. Но я надеюсь... Я надеюсь, что это охуенный чел. Никаких аннотаций, ничего такого, да. Интересно? Если что, если вы тоже хотите что-то заказать, то ссылочка на Twitch в описании. Там есть ссылочка на донат алерт. Все внимательно прочитаете, донатите, потом кайфуете, ждете очереди. А очередь можно, конечно же, посмотреть в Телеграме. Охуеть, да? Там все очень круто. Также не забывайте о чем? Бусти, да? Но там можно как бы нет, да? «Тени моих сомнений». Охуенное название, оно, кстати, даже рифмуется. «Тени моих сомнений». Ебать, круто, пиздец. Хорошо, у нас тут 7 треков. Что же это такое? ХЗ. Я думаю, мы можем начинать. Так что, let's go. Подсосал за донатером. Потому что Магнолия написал. Он для курса, забань человека в чате. Слушаем. Тесно. Первый трек. Так, ладно. Эти мысли, которые меня посещали ранее, теперь не избежны. Не понимаю, почему эти рэперы гордятся то, что их столбилось нет. Не заслужен понимать то, что играть со мной, это как будто бы смешно. Сам должен понимать то, что в этом дерьме стало, как будто бы очень тесно. Тиховато, харизма есть. Бля, неплохо. Следующий трек писец будет Афан, готовься взлетать. Так, ну неплохо. Неплохие гличи, неплохие эффекты, харизма хорошая. Но по общему впечатлению... это такси. Ну, типа, как будто ничего такого. Как будто вот первое такое, да, впечатление, что ничего такого. Ну, мы это слышали миллион раз. Не знаю. Так как он взлетит, он встать не может. В смысле, если сейчас мне позвонят, что ангусы мои пришли, я взлечу как пуля нахуй. И ты довыделываешься. Вот. Не знаю, честно, как будто достаточно просто. Не то, что Роджа, не то, что просто, а, ну, банально, типа, второсортно, нет? Хороший рейдж, так немного кто может. Нет, я согласен, да, в целом. Но сам рейдж как будто подзаебал. Не знаю. Ну окей. Ну допустим. Это неплохо. Вот честно, неплохо. Но вот у меня эмоции не вызывают особо. Хотя... харизма ёбнутая. Без проблем, да, 100%. Подсосал за мнением он для курса. Да я всем сосу, блядь, очевидно же. Всем сосу. Каждому человеку на земле я подсасываю, блядь. Всем сосу, нахуй.
Это интруха. Ну, скорее, да. Она не должна ебать тебя в уши. Тогда ладно. Тогда ладно. Я уже просто боюсь говорить, что это интруха, потому что он и курс отпишет. Опять интруха! Опять интруха! Опять интруха! Так и, блядь, и бывает всегда, нахуй. Следующий трек. Не верю. Я в эту хуйню не верю. Да, let's go, слушаем. 2.40. Ебать, переход. Ну, что-то, что-то. Бля, прикольная рифмика. Черная дыра меня поглощает. Ведь звезда меня так называет. Запахло сиренью, когда мы с тобой попрощались. Для меня ты стала совсем другая, но я не захлебнусь в этой печали. Теперь деньги на мою карту подай. Ненавидишь меня, это опай. Я с ней эти суки падай. Ты вот играли меня радуй. Я язык забыл русский. Неправильно, неправильно. Сейчас я с этой топ палево, палево. На моем летящем лазере. Я больше не верю ей, я поджигаю рубли. Ты знаешь то, что мы так не могли. И что-то внутри болит. Эти мосты развели. Я больше тебя не слышу. Я больше тебя ненавижу. Ты найдешь меня в Париже. Затянуто, есть такое. Как будто затянуто, но круто в целом. Без текста трек лучше заходит. Я думаю, да. Я думаю, без текста лучше. Я думаю, что без текста будет лучше. Ну ебать, второй куплет разъеб ебаный. Трек 24 года. Мерлин Вайт. Нет, нельзя фрешменом считать. В общий плейлист. Не знаю, что думаете. Ну вам вроде понравилось, да? В общий плейлист что думаете? Или подзатянуто? Нет, все-таки. Поэтому я жду, что вы скажете. Мне в целом нравится, но реально подзатянуто. Я согласен. Не подзатянуто, там разнообразие ебанутое. Я про припев. Вот припев последний, допустим, Лишка. Можно было без него. Вот он уже после такого количества разнообразия, ну так. Да заебись, лас припев. Да не знаю, вот мне не очень. Но в общий, так в общий. Давайте, хорошо. Добавим. Я согласен, хороший трек. Хороший, сильный. Окей, идем дальше. Это пиздец круто. Вот это более его тема, которая не так заебала еще. Здесь отличная ритмика построена везде. Очень круто он видит бит по-своему и делает это. Круто. Мне нравится. Я, ну, вам тоже нравится. Я вижу, там многие прям вообще в ахуе с трека. Это кайф. Следующий трек. Милоудия. Да, переходы есть. О, ебать, клянись. Тихо, нет?
больше не посещать. Мне стало трудно засыпать, и у меня переводит дыхание. Мелодия, кусай на меня, кусай до меня, кусай до меня. Красиво. Я буду тебя любить, даже если ты меня не будешь. Зачем ты говорила, что у вас что-то было, надеюсь, ты шутишь? Мой музон, это редкость, но пока что нихуя так не может каждый. Ты ведешься на шматье, ты промокнешь под дождем. Медленно не хотят со мной шоу. Дайсон, Дайсон, дай ду как он. Бросаюсь моего парня. Какой ты рэпер, на к тебе глаз. Сними меня, сними меня, сними ее с меня. Замешали в кап, у меня жестко мажет. Я вообще не понимаю, как реализуют на битах. Я все понимаю, ты кривой не попадаешь в стай. Я не замечаю, где ты пропадаешь. Ты стала чаще замечать то, что я пропадаю. Она старается, но она совсем не попадает. Не попадает, кому попасть, о чем мечтает. Покажи мне свой успех, покажи мне свой успех. Набро, ты не успел, я тебя передел. Скажи, почему ты ходишь ко дну или ходишь одну, я не понимаю. Женский поцелуй, я только тебя принимаю. Но это я просто так фристайл. Не надо меня вспоминать, делаешь больно опять. Мы вроде закончили фазу, назови меня дурак. Надо было эту динамики дать, так что эти медленные строки заебись, но нужна динамика. Именно это я хотел сказать, да, база чистейшая. Абсолютная база, я согласен с Акирой. Прям абсолютная база. Но не очень для меня трек. Особенно после предыдущего, знаете, это как-то не звучал, в FL-ку зашел в конце трека, слышите? Вопрос теперь, как это терпеть? Я вам скажу, терпите как хотите, нахуй. Честно. Ну, допустим. Своего рода эксперимент, я бы даже сказал, потому что он иногда вот так вот читает, будто сейчас блеванет, блядь. Хз. Ну ладно. Допустим. Допустим. Дальше. Стонгс. Охуеть. Слушаем. Бля, плоско пиздец мне нравится. Он Кая пародирует или что, блядь? Ебать. Бля, очень как-то не целостно. Бэки скрывай лицо, я видел таких же подобных типов. Маленький нигер, ты хочешь легко. Мне кажется, у тебя талант в кино. Я знаю, ты хочешь сейчас миллион. Вы дайте же, как ты миллион. Спросишь, почему я читаю про рекорд. Sorry, у меня зазвонил телефон. Я курю за завтра. Девочка хочет меня, но снимай ходу, чтобы я приехал оттуда. Мне кажется, денежки хотят меня, чтобы очередной раз я надусь. И нахуй эти вопросы, ну как ты до такого вновь додулся. Лилшоу, лилшоу, лилшоу. Выпущу, выпущу, выпущу. Чё, трек закончился, что ли? Бля, ебать, есть жесткие прям парты. В этом треке есть прям жесткие парты, охуеть. А есть прям такое. В любом случае, это в какую-то целостную картину лично у меня не складывается.
Лично у меня это в целостную картину не складывается. Очень много всего разного здесь. Ну, допустим, ладно. Нецелостно. Да, нецелостно, пиздец. Но есть прям пиздатые парты. Вот это он начал неплохо. Вот это тоже было хорошо. Чё за клип? Афанчик. Ну-ка, подожди. Мы продолжаем. Следующий трек. Декольте. Нихуя себе название. Зенни и Скипа. Чё, блядь? Зенни, чё, блядь? Где я? И Скипа. Ну, Зенни мы знаем. Да, это вот этот чел. Скипас. Тот самый. Слушаем дальше. Декольте. А, Скелефагофит. 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 У чела только участие в релизах. Ну, невозможно терпеть. Слушаем. Возможно, ты такого дальше не представишь. Вырезы в моей жизни похожи на вырезы твоего платья декольте. Фора на вей напоминает. Прям вообще вылетает. С тобой летали по квадратным метрам души. Сказали то, что я где-то в твоих снах был обнаружен. Каждый косяк, который скуриваю, в нему не вникаешь. Танцую на тель, не устаю. Но рэпер, который меня не знает, не говорит, не отвечает. Видимо, ты меня не понимаешь. Сменяй сознание заново. Пример дикого рэпа, будто фара. Ты наркотики меня заменяешь. Намекаешь, что робишься зайкой. Начинай быстрее, или еще зайка. Ты чувствуешь этот дождь? Прямо на моих руках. Мы с тобой расстались под эффектом муравья. Я еще ненадолго уехал, так что извиняюсь. На этом был мой знак, я на него опоздал. У меня китайский стафилин. Чайом белый. Ты тусуешься со шлюхами, а я с ними в отеле. Это потому что я белый. За все то, что меня ело. Когда все тело онемело. Когда со мной улетели. По божине я пик мебоем. Теперь я клей для ее обоев. Ах ты под нашим. Бля, Foreign Away Fit Boy 33 нахуй. А, уже нет. А, охуеть, парс. Ровно? Скучно как будто. ХЗ? Будто ровно и скучно. Сейчас, секунду, ребят. Так, продолжаем. В общем, короче, просто норм трек, честно. Скелефага вообще ни к чему как будто. Ну, типа, такой маленький порт выдал. ХЗ. Следующий трек. Другая дорога. Зенни. Послушай мои мысли, если хочешь передать весь.
неплохо. Сука, тебе скажет, но меня добейся. Теперь можешь понять, как у меня дела по песням. Я сам за ними сука, сухами можешь сидеть на кресле. Если я попну два заноса, тоже хотят. Ну ладно, ладно, окей. Что-то в этом есть. Есть. Никогда не слушай мнение левых ребят. Я уже убрал. Рэперы уже заебали. Если я туплю, значит действует за ней. Если я на студии, мой разум в тумане. Если я прыгну сюда, вы опоздали. Скажи, почему ты зовешь меня братом? Скажи, почему тогда я много попал? Скажи, почему в твое сердце я попал? В целом твой рэп можно назвать квадратом. Назвать квадратом. Дизайнер на штанах. Если ролик, то Макларен. Все, что говорят, неправда. Ты мне видишь себя странно. Мы виделись очень давно. Позаришь хуйню на микро. Где твой рэп, дайте микроскоп. Я не целил это, но скоп. Значит, ты около микрофона. Твой музон годы, но только для фона. Нахуя для тусовки снимать про. Она улетела с бокала рома. В комнате нужна другая рома. Теперь у меня другая дорога. Бля, хороший трек. Ладно, хороший трек. Мне нравится. А, куплеты, конечно, может быть. Второй куплет, ну... Вот эта часть хорошая была, да. Нет, второй куплет нормальный, ладно. Первый куплет тоже местами хороший, припев мне нравится больше всего. Трек похуже, чем «Не верю», но добавлю все равно, да, неплохо звучит, неплохо. Неплохо звучит. Да. Ни о чем альбом. Ну, как будто да, не знаю... Какая-то, конечно, цельность звука имеется, но в целом, да, как будто я согласен, особо ни о чем. Вот альбом из Alkane, это уже другое, да. Архив, последний трек, слушаем. Ты живешь в однушке, сейчас свободнее только гроб. Бывшая, пиши мне в комменты, бля, когда. Хочешь со мной курить, Настю, давай попробуем. Maybe мы уже курили, я не помню. Но я выхожу с плакатами, типа волна здоровья. Я вижу, мне что-то моргает из того стакона. Рэпер хочет мне что-то сказать, он соберет архив. Тут за глаза лучше говори мне прям них. Шайка долбоебов стрельнула. Сейчас, секунду, ребят. Я вернулся, давайте слушать заново, потому что минус вайп. Так, надо джерк, да. Ты живешь в однушке, сейчас свободнее только гроб. Бывшая, пиши мне в комменты, бля, когда. Хочешь со мной курить, Настю, давай попробуем. Он немного странный, да, Джер? Мы уже курили, я не помню. Но я выхожу с плакатами, типа волна здоровья. Я вижу, мне что-то не, это не пепел нахуй. Рэпер хочет мне что-то сказать, он соберет архив. Тут за глаза лучше говори мне прям них. Шайка долбоебов стрельнула за тусы голубые. Шайка долбоебов повсюду. Перестань ног, ща базальтель, получишь полю лопух. Ночун твоих ногах ты живешь в однушке, сейчас свободнее только гроб. Бывшая пишет мне в комменты. А, это, блядь, два одинаковых парта? Хочешь со мной курить, Настю, давай попробуй. Maybe мы уже курили, я не помню. Но я выхожу с плакатами, чё, блядь? Типа волна здоровья. Я вижу, мне что-то моргает из того стакона. И в чем прикол? А, и даже аутро нет, охуеть. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну... Ну... Ладно. Я не знаю, бро, честно, вот. Спасибо, конечно, большое за поддержку, но альбом максимально посредственный. Средняя реализация, есть пару интересных идей, но не скажу, что это какой-то пиздец, честно. Есть трек второй, охуенный, базару, да. Другая дорога, неплохой трек. Архив вообще не понял, бля, это даже не аутро, как звучит. Ну ладно, допустим. Я не знаю, я не понял альбом, честно, как будто он вот Магнолия правду написал. Ни о чем. Просто альбом ни о чем. Семь треков, как бы нормально, да, по стилю выдержано, допустим. Есть какие-то идеи, есть какие-то байты, какие-то вот похожесть, да, на артистов было.
На кого там было, с кем мы сравнивали, блядь, я уж не помню даже. Если в чате вот сейчас напомнят. ХЗ, вот типа какой-то прям пиздец крутой реализации стиля, которого мы слышим уже весь 23-й год, нету. Соответственно, этот альбом не выделяется на фоне остальных, потому что это, ну, просто средняя реализация стиля. Понимаешь? Это не новый стиль, и это не охуенная реализация уже бывалого. Соответственно, нету причин это слушать. Это даже вайб не забирающий. Типа вот... Я вспомнил, отголоски Фаранвея были. Не знаю, особо неинтересный релиз, честно. Проходняк. Вот просто проходняк. Весь 23-й год. Ну, а чё не так? Не верю, охуенный трек. Это да. Но как бы все. К сожалению, все. 24-й. Так весь 23-й год мы этот звук, я имею в виду, слышали. Это ж супер трэп, по сути. Как-то так. В любом случае, спасибо большое за поддержку. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.